Всем привет, ребят, с вами мистер Ванька, и сегодня записываю новый ролик. Сегодня у нас видеоролик напрямую связан с нашим новым сентябрьским челленджем. Сегодня у нас уже 2 сентября, и я рад вам сообщить, что я набиваю данный челлендж. Довольно-таки быстро у меня это получается, и уже набил почти 700 звезд. Именно этому я хотел посвятить данный видеоролик, рассказать вообще, как у меня продвигаются дела в матчмейкинге. Возможно, имеются ребята, которые не следят за стримами, не следят за тем продвижением, которое у нас имеется сейчас в матчмейкинге с набитием наших звезд, с кем я бью, что я делаю. Ну и хотел бы вот показать тоже такую вот красочку, которую я уже сейчас прямо-таки имею на своем аккаунте. Она называется Electro Ofti. Если честно, довольно-таки красивая краска, которую я получил за 656, если я не ошибаюсь, звезд. В общем и целом, могу сказать, что это довольно-таки удачный челлендж пока что для меня. Идет не совсем сложно. Вчера провели очень интересный и, главное, как по мне, с хорошей активностью стримчик 12-часовой. Кто не был, кто не видел, кто не смотрел, возможно, таки у вас, если имеется время и желание, можете это сделать. Он на канале у нас имеется. Как по мне, получился довольно-таки интересный. При всем этом раскладе набили большое количество кристаллов, опыта. Идем к прохождению нашей войны, безусловно, потому что надо набить 125 тысяч очков. Но, как по мне, это вообще не проблема. И я думаю, что даже, грубо говоря, до 1750 звезд, до того самого момента, когда мне нужно будет именно таким получить последний уровень, получить контейнер XT, у меня уже будет набита данная заветная цифра в виде 125 тысяч очков. И я уже спокойнейшим образом с пройденным челленджем уже и пройду войну. Но мне так кажется, что у меня это получится, потому что в большинстве каток у меня получается зарабатывать большое количество опыта и очков, и опыта. То есть бывают катки там и по 500, и по 600, и по 700. И я посчитал, что в принципе этого должно быть достаточно. Ну а вам, друзья, я бы хотел бы сказать одну такую вот простую вещь. Если вам интересно то, что я делаю, если вам интересно то, чем я вообще сейчас занимаюсь, именно таки набитием звездами, какими-то определенными интересными стримами, какими-то новыми фишками, да, бывает, что-то появляется у нас новое, то поддержите данное видео лайком. Если не подписан на канал, если вам нравится, тоже можете подписаться. Ну и в данном видеоролике мы запустим конкурс, да, это надо было немножко, наверное, так раньше рассказать, а то я тут вступление на 3 минуты растянул, балаболю, балаболю. В общем, если на данном видеоролике набирается у нас 250 лайков, я думаю, что это, ну, если захотеть, можно набрать. Если набирается 250 лайков, то в данном видеоролике разыгрывается боевой пропуск. Ну, имею в виду я стоимость его, то есть, грубо говоря, если он стоит 500, то разыгрываем 800 танкоинов. За эту сумму, либо вы хотите ее забрать без доната, да, как бы я могу его вам перевести, можете даже, как бы, если у вас имеется боевой пропуск, имеются танкоины, вам они не нужны, можете просто забрать денежку и получить ее на свой какой-нибудь там нагибаторский кошелечек. В общем, конкурс имеется, все, что вам нужно сделать, это просто поставить лайк, подписочка, если на канал у вас имеется, то это все четко, круто, сочно, аппетитно, нагибаторски. Ну и, конечно же, не забывайте написать в комментариях свой никнейм, дабы красиво во всем этом деле участвовать. Ну а я вам могу сказать, что это будет, наверное, для меня один из самых быстрых челленджей за последнее время, потому что последнее время я явно не проходил быстро ни один из, наверное, 3-4 последних челленджей. Я не проходил быстро, да, были первые челленджи, которые я старался, реально старался быстро их делать. Ну, не сказать, что у меня быстро получалось, да, один челлендж, если не ошибаюсь, я набил за 3 дня, ну а все последующие были набиты за довольно-таки продолжительное время. Ну а сейчас есть определенное крутое сочетание, которое меня мотивирует, с которым, ну, очень комфортно играть. Ну, серьезно, я не могу вообще не сказать, ну, почти никакого минуса. Это 95% удачное вообще сочетание на любой карте, на любом режиме. И с этим Хори Гауссом можно делать такие вещи. А самое главное, ты получаешь нереальный кайф, когда стоит, например, 3-4 танка в одной куче. Ты нажимаешь ДДшечку, нажимаешь овердрайв, и просто эти все танки уходят на респ. Это нереально крутое чувство, и я считаю, что это
То сочетание, которое стоит попробовать, сегодня даже вот немножко поиграя в матчмейкинге, я увидел то, что уже появляются Хорнеты Гаусы. Кто-то говорит, что скоро данное сочетание будет нерфить, но как по мне, его, ну, незачем нерфить, потому что не такое большое количество игроков, во-первых, играет на нем, во-вторых, резистов от пушки, ну, практически нету. Играть на данном вооружении я бы не сказал, что совсем просто. Имеются моменты, когда вы не сможете сделать грубо ничего. На нем надо играть довольно-таки правильно. Поэтому, если у вас его еще нету, если вы там раздумываете, покупать его, не покупать его, я бы вам сказал, что вы можете спокойно его купить, потому что я считаю, что, ну, в ближайшее время его точно не должны нерфить, не должны с ним ничего делать. А это значит, что с ним вы спокойнейшим образом можете играть в матчмейкинге, зарабатывать звезды. Ну и, конечно же, нагибулить. У нас вот осталась 1 минута до конца каточки. Я пока тут балаболил, смотрю, что меня уже немножечко по опыту обогнали. Но я думаю, что это не особая проблема, когда у меня имеется овердрайв. За счет данного вооружения грамотно нужно, конечно же, обязательно прожимать овердрайвы. Если вы прожимаете грамотный овердрайв и с него забираете, ну, хотя бы соточку опыта, то я считаю, что этого вполне достаточно, дабы забирать первые места, ну, просто по КД. Ну, серьезно. То есть, ну, не имеется у вас потом никаких проблем, если вы соточку опыта с одного овера забираете. Потом вы вообще можете, грубо говоря, АФК постоять, дождаться следующего овера, опять покидать с овердрайва, набрать опять большое количество опыта. Ну, я, конечно, шучу, что надо стоять АФК. АФК, конечно, стоять не надо. Надо тоже стараться помогать команде, выигрывать бои, потому что если вы будете занимать первые места и будете проигрывать, понятно, что вы, ну, не будете не зарабатывать там особо большого количества кристаллов, да еще и если вы хотите бороться за нашу любимейшую эффективность в рейтинге, то я думаю, что она у вас тоже не будет особо подниматься, если вы будете бои проигрывать. Ну, а я бой выиграл, отлично, отлично, давайте, я думаю, что попробуем сыграть еще один, надеюсь, что он будет тоже довольно-таки быстрый. 700 звезд, по сути, у меня уже пройдено, ну, грубо говоря, треть челленджа, даже это больше, чем треть, грубо говоря, еще... Если разделить на 2,5, то получается вот где-то такая часть у нас остается. Ну, в принципе, все быстро идет. И я бы не сказал, что какие-то имеются трудности, да. Бывало, что я, например, набивал челлендж и говорил вам, что реально трудный челлендж с овердрайвами стало сложнее набивать. Но в тот момент, когда я говорил такие вещи, я играл, ну, не на совсем тех вооружениях, на которых стоило бы набивать данные звезды. Да, я играл на викинге, я играл на каких-то других еще корпусах, даже на каких-то васпиках пробовал катать, но все равно по ходу дела все сводится к самому имбовому корпусу на сей день. И пока я его не нашел, да, были какие-то определенные трудности, что-то не получалось, где-то не фармились звезды, где-то горело от тех хантеров, которые нагибали, да. Сейчас примерный баланс овердрайвов тоже изменили, стало более комфортно, мамонты тоже уже не нагибают, хантеров стало встречаться меньше, ну и за счет этого, безусловно, уже выпадает какой-то другой овердрайв, который более нагибаторский, я бы сказал так. И сейчас, как по мне, это, безусловно, хорек. Я не знаю, с чем его можно сравнить и чем его можно вообще, по сути, заменить. Да, викинг тоже хорош, но при всем ему уважении, то количество времени, которое ему сейчас требуется, дабы он накопился полностью, имею в виду с нуля до соточки процентов, это намного дольше, чем использовать наш хоречек. Поэтому я считаю, что сейчас, ну, нету лучше корпуса, на котором стоит набивать звезды. А что касаемо пушки, то я вам уже тысячи миллионов раз говорил, что я, пока ничего не произойдет, 100% не буду ее менять, потому что в последнее время очень большое количество людей постоянно меня спрашивает: блин, почему ты играешь только на одной пушке? Да тебе не надоело? Да смени ты ее. А я все время отвечаю, что реально мне нравится эта пушка, реально она нагибает, и реально я не собираюсь ее менять до тех пор, пока не почувствую, что с ней сложно играть. Пока для меня она очень интересная по геймплею, по нагибу, по тому, как ее можно реализовывать на любой карте в любом режиме. И я считаю, что пока все это имеется, ее менять, ну, просто нет смысла. Потому что все для меня закончится тем, что я сменю вооружение, пойму, что оно хуже, чем Хоря Гаус, и обратно одену все то же самое сочетание, потому что, нет смысла менять, если нагибает у тебя вооружение. Ну, у меня такая политика, я не знаю, как кто считает. Возможно, кому-то надоедает играть на одном и том же, но я считаю, что если вооружение дает свои плоды, если тебе на нем интересно играть, если тебе нравится все, просто все,
то, ну, зачем его менять? А зачем менять? Зачем что-то менять, если тебе и так все нравится? Определенно сейчас тоже не совсем такая вот простая каточка у нас намечается. Но, грубо говоря, для данного вооружения эта катка отлично подходит под сейф вот этой самой зоны, на которой я сейчас нахожусь, и попытаюсь данную катку до конца отыграть на этой позиции. Понятное дело, что сейчас у нас команда не особо тянет, но по сути я свою точку контролирую. Имеется у нас по крайней мере еще 7 игроков на карте. Я думаю, что если мои 7 игроков начнут играть, а не заниматься какой-то ерундой, то мы спокойнейшим образом выиграем данный бой. УП также отлично набивается на данном вооружении за счет того, что я постоянно использую штурмовик. Проблем с прожитием каких-то определенных моментов, когда вас начинают нагибать, ну, нету. Целиком и полностью всегда все получается, хпшка имеется, аптечку кулдаун выждал, да и все. Больше ничего здесь не надо. Просто нагибаешь, просто разваливаешь, и все у тебя легко получается, звезды бьются, новые красочки получаются, челленджи проходятся, и все грамотно, я не могу ничего добавить, я могу лишь только в очередной раз сказать, что реально мне нравится это вооружение, сколько бы раз я этого не говорил, но пока его не нерфят, пока резисты не появляются, пока никто не начинает особо сильно играть на нем, я могу только хвалить данное вооружение и говорить, что оно мне безумно нравится, поэтому, друзья, в очередной раз повторяюсь, даже пусть хоть я после этого видеоролика увижу в катках по 5-6 гаусенков на каждой катке, без разницы, ребят, используйте данное вооружение, пробуйте, возможно, оно вам понравится, оно, конечно, не для всех, кому-то нравится, кому-то заходит, кому-то не заходит, но мне оно безумно нравится, даже мои ребяточки, которые любят арту в последнее время очень сильно, все равно в каких-то катках меняют на гаусы, понимают, за счет чего я играю, за счет чего я кайфую на данном вооружении, потому что безумно, безумно прикольно, когда у вас получается такая ситуация, когда имеется в одной, например, зоне 4-5 танков противника, и вы так грамотно и сочно, аппетитно нагибаторски по ним сводитесь. Пока у нас каточка довольно-таки грамотно складывается, я думаю, что мы ее доиграем прямо сейчас до конца. Пока у меня почему-то противник не едет так жестко на меня, я что-то как-то даже стою без определенной работы, и вот сейчас вижу, что танки потихоньку начинают респиться, ну и противник тоже уже начинает потихоньку подстраиваться под меня, понимает, что нельзя так жестко открываться под эту зону, но с другой стороны, точка-то наша, она же капает, а противник не едет, не знаю почему, но хочет уезжать в центр, ладно, пусть уезжает, я подожду и найду тех самых смельчаков, которые все-таки поедут на меня, есть уже один как минимум артовод, который уже смещается на мою зону, у меня имеется овердрайв, я думаю, что можно его даже здесь прожать, дать ему одну плюху, дать ему вторую плюху, еще и Хория Гаус подбирается потихой ко мне, ну, явно я думаю, что здесь у него тоже ничего не получится, 50 секунд до конца, последний овердрайв, грубо говоря, я уже прожимаю. Главное сейчас отыграть с позиции силы, при том, что у меня уже и набито 26 киллов. Это тоже довольно-таки большое количество для такой катки. Ну, удачная карта плюс удачный формат. Здесь ничего не должно идти неправильно. И я думаю, что здесь даже можно было бы попробовать дать хотя бы 30-очку. Сейчас вот сводимся отлично, хорошо. Нагибаем противничка. Давайте попробуем еще одного. Отлично, еще одного забираю. 30-ка уже у меня есть, 500 опыта. Те самые 500 опыта, которые являются для меня тем самым средним стандартом. Вот Хорик Гаус появляется все же на карте. Появляется еще и с резистом 50%, но перестрелять у него не удается. У меня остается 11 секунд до конца карты. Мы ее выигрываем. Почти в два раза отрыва я имею. И это, конечно же, не может не радоваться. Спустя минуту у меня уже имеется следующий овердрайв. Прикольно, 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 прикольно. Вот как-то так, друзья, у меня получается набивать звезды. Я надеюсь, что если вам понравилось данное видео, то я буду продолжать. Сейчас у меня уже появилось больше времени, появилось больше желания записывать что-то для вас интересное. Пока больше все складывается каким-то разговорным видеороликом, да, сейчас это, можно так сказать, видеоролик с небольшим отчетом нашего челленджа, я думаю, что будет еще видеоролик, который будет уже с концовкой его, с открытием каких-то контейнеров, с открытием контейнера XT, с которого я очень сильно надеюсь, что мне что-то крутое упадет, я не хочу, чтобы мне упал какой-нибудь мамонт или вулкан, я надеюсь на какой-то хороший XT предмет. Ну и, конечно, в дальнейшем мы откроем, я думаю, что где-то больше 50 контейнеров у меня будет. Сейчас уже имеется 36, мы их тоже откроем. Ну, а вы можете поставить лайк, если вы тоже хотите, чтобы вам упал какой-нибудь крутой
предмет с контейнера XT, если вы набиваете челлендж, ну, либо же просто с открытия тех контейнеров, которые у вас имеются, например, за выполнение заданочек или еще чего-то. Ну, а с вами был мистер Ванька, ребяточки. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Набивайте звезды!